планированных тестах начались с нового метода работы. Метод такой же был. Трасса очень тяжелая, не разгуляешься, вообще очень узкая. И тяжело запомнить много поворотов, которых не видно. Мне удалось сегодня проехать 8 кругов, но тем не менее, в принципе, очень нравится. Но специфические настройки этого мотоцикла. Очень гладкий асфальт. Много входов в повороты без поребриков, без ничего, просто трава, земля, вообще непонятно. Как будто по городу едешь, старые гонки. Ну так, вроде ничего.